Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Ната и продолжаем играть в Маграннер. Предыдущая серия у нас прошла довольно-таки гладко, хочу заметить. Да и предыдущая тоже. А в четвертой серии были только какие-то странные задачи. Нет, ну ты знаешь, там какие-то головоломки были просто. Я уж сидела просто и молчала, чтобы тебя смысле не сбить. О, опять визжат. А, мало того, визжат. Мне еще кажется, что там и смех периодически какой-то странный. И чё я сюда пришёл? А, смотри-ка, есть дед. Йог-Сотот — это путь. Йог-Сотот — это врата. Я прям туда еду. Круто. Фу, нет, я не туда еду. Но я думаю, все сведется к тому, что мы вообще можем попасть в потусторонний мир. Ой, там он насмотримся всякой фигни. Ну да. Ух ты, как у вас тут веселенько. Так ощущение, что идет как бы действительно такое смещение мира. It says he was trying to sacrifice animals to it. The doctors thought he was delusional. I don't think he made it up. There aren't any records of him being discharged. How did he get out? Krukasbur. He didn't know about Xander. I'm gonna end this, Gamaji. Don't worry. Нормальный такой, я положу этому конец. Сильный и ловкий. Да вытащи меня отсюда, тут сразу. Кто храбрый? Угу. И не говори. Так, и... Я, кстати, вчера, когда занимался кодингом, монтажом, помнишь перила-то те, которые мы испугались? Ну да. Так вот, это действительно были перила. Это... Как это называется? Групповые галлюцинации его. Были. Да я тебе говорю, просто удачный ракурс. Ага. Так, если я правильно понимаю, я сейчас делаю вот так. Поднимай-ка нас. И что-то, по-моему, не совсем так. Нет? Не так? Странно. Кто тебя притягивает-то? Ах ты, негодяйка. А дальше? Дальше, интересно, прицепится? Фиг. Так. И что дальше? У меня сначала была мысль на краешек запрыгнуть этой штуки. Ну а в куб? В куб-то я и так могу попасть, зачем мне? А, ну да, ты можешь подняться на нем. Лё. Чё? Это эта штука глючит. Можно попробовать сделать... Вот, сейчас очередная была галлюцинация. Он там стоял, как будто оказалось это... Такой же кран, видишь? Ага. У меня была мысль подтолкнуть вот этой, вот эту штуку вот этой. Наверное, кстати, так и есть. По очереди. А, притягивать дополнительно, чем ее. Но тут-то собакой подтолкнула, а дальше. Вот. Сейчас. Я понял, лесенку надо сделать, слушай. Все. Сейчас.
Все гениальное просто, по-моему, просто до безумия просто. Делаем вот так. Дальше. Дальше делаем. Вот так. Вот так. Оп, не то. Ой. Блин. Ты чё притянулся-то? А, точно. Эть! Ну-ка. Давай. Вот. Теперь вот эту открываем. Тащим их сюда. Да ты подтолкни зеленое, а потом остановишь где нужно. Да не получится, не оно получится? Откатывается назад. А. Смотри-ка. Почему так плохо едет? Блин, опять это наискосок. У меня, блин, косоглазие развивается. Да. Ты даже сидишь в кресле наискосок. Опять что ли нужно получается делать? Как я говорил, лесенкой, да? Я не пойму, почему он на собаке не держится, когда ты подвигаешь их сюда. Вот оно. А дальше? Ты до сюда не допрыгнешь? Или допрыгнешь? Дальше вот так. А. Да. А, допрыгну, нет, интересно. Ну, старайся. Вот. Там еще вон наверх куда-то. Справа. Ну, я да, видел. Здесь можно запрыгнуть. Что нам это дает? Еще вот эта вот штука странная очень. Отталкивалка. Зачем она тут? Кубика я никакого внизу не видел, не дай бог я пропустил его. Можно вообще хоть вешайся. Ну, раз он тут есть, вот эта штука, значит она зачем-то нужна. А может быть за нее можно было бы зацепиться как раз. А я просто как обычно проглядел немножко. Так, там все это. Да тут хуже. Это кубик. Из сохранения. Вот оно что. Вот сюда лететь сейчас будем. Надеюсь, эта штука не оживет. Надейся. Интересно, а получится долететь-то? Сохранение не зря нам дали. Я вполне допускаю, что здесь... Нужно какой-то толчок еще дать будет дополнительно. Но не уверен, поэтому не буду пока экспериментировать. По-любому подразумевается, что с первого раза нелегко будет. Не, не факт. Может, сейчас долетим. Ну, может, и долетишь, но... Ой! Подожди, а куда мы долетели?
Хотя-то, по-моему, мы не туда долетели. Нет, вон она дверь. На скорость, что ли? Ага. Да ладно. Ну, похоже. А я не вижу. Нет, вон она. Таймеров не вижу. Я тоже не вижу. Ну-ка. Я вас не побеспокою. На нет. Месте пока. На месте, на месте. Значит, это просто я дурак. Не увидел. Ну, короче, это... Зеленый, да? А, красный. Так. Опа! Вот ты круто. Вот так. Ну, у меня было предположение изначально, что нужно так сделать, но... Не всегда можно предугадать точно. Опять лифт. А почему я ниже опустился? Ты продолжаешь опускаться. Hey, Gamaji. You know those nasty fish that live on the bottom of the ocean? The ones that lure the little fish in with lights? Yeah. I know how the little fish feel. Ха. Хорошее сравнение. Сейчас опять упаду. Что ж ты так шумишь-то? Вот здешние двери перекочевали явно из Dead Space. Они такие звуки издают, похлеще монстров всяких. Зачем вам монстр, когда у них есть такие двери? Опа. Это что еще? Коридорчик. Опа, опа, опа. Here's a nice dark room. Может, красному лучше, ой, зеленому лучше как-то поприятнее, ты знаешь. Хотя красного вроде лучше видно. Ага. Вообще нифига не. За тобой кто-то идет. Никого ням нет. Фу, там нет никого. Ням-ням. Ням-ням. Да-да-да. Кто тут был? Нюх-нюх-нюх. Справа. Какой милый бобик. Аккуратно. Справа. Ага. Хитрые какие. А! Что там с тобой идет? Не поняла. Прыгать что ли надо? Ха-ха-ха. Офигеть. Фу, сохранение. А можно я не... Не буду смотреть вперед. А, стоп. Там эти есть штуки. Точно. Сараса. Просто бежим. Что там такое вперед. За стеклом? Вон дверь наверху. Дверь, да. А там за стеклом? Что это? Турелька? Не пойму. По-моему, турелька или да? Нет? Че, турельки, по-моему, как-то по-другому выглядели, но... О, лестница. Турелька. Турелька. И даже больно. О, кубик. О, слева там понаписано опять. Понаписали тут, блин. Понаписали. Ой. Во! Шматрика. Какую штуку я нашла? В смысле нашла? Она там давно уже эта штука. А чё молчишь? Ну, не знаю. Я ж тебя не буду это сбивать в смысле. Так.
Знаю, что вот там. Я не уверен, что сейчас именно так получится. Ну, посмотрим. Да. Вот так тебе. Ха-ха. Дрянь такая. А дальше? Платформы-то там никакой нет. А вон и кубик летает. Собакой? К стене. Не, я думаю, ну, тут надо вот так вот просто сделать. А, фиг. Не намагничивается, да? Ага. Как мы проглядели там? Или его там и не было вообще? Не знаю. Вообще не останавливаться никак. Что-то какая-то у него тяга там хорошая. Попробуй к краю подойди, вообще, насколько далеко он там пролетает. Он тут по краю. Сейчас, да. Стоп. А откуда он вообще там падает? Не совсем понятно. Я вообще не понимаю, почему он не задерживается, даже не сколечко. О! А край надо выпихнуть, походу. Так, луч надо красным сделать, этот, чтобы его поймало лучом, да? Нет? Да нет, в том-то и дело, что луч не ловит. Ха. Нет, но он же траекторию меняет, когда вот зеленую ставишь. О, поймалось. Аккуратненько, аккуратненько. Что-то уже близко орёт где-то. А что-то я не вижу, не где понял. Платформа. Поехала, что ли? Я не понял. А, вот она. Да, блин. Бежим, 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 бежим. Да я бы сказал, драпаем. Кубик, мой друг. Фу, светло. Все, я здесь и останусь. Я буду жить здесь. Чего вы меня пугаете? Опять лифт. Слушай, а не короткая игрушка-то уже, как бы. Явно такая не короткая. Ну, я думаю, если бы она была короткая, то тебе бы не хватило. Ну, вполне может быть. А ловко они... Мне нравится, конечно, используют этот момент с логикой и пугалками. Ты постоянно отвлекаешься.
Угу. Молодцы. Ну, клоном, короче, портала, короче, конечно, не называть никак. Нет, понятно, что многие растут оттуда, но как бы доработали игру абсолютно в другом русле. И удачно развили идею. Да. What happened to the sky? Oh, Dax. Say, have you seen Cassandra? Ого. I wonder what I did with her. Why are you doing this? Он ее съел, что ли? Who are you? Who I am isn't important. What matters is who you are, who you were, and now the sacrifice of you and the rest of the contestants will open the way for great Cthulhu. With each death, he stirs. Can't you feel it? Вот он видишь, грыз там, что ли, да? Похоже, что да, грыз. Ушел, ел. А, я про него с самого начала сказала, что он гад мутный, что он специально все делает. Ну да. Поддерживаю. Гад мутный. А что делать? Заголять и бегать. Что-то я не вижу. О, вот комнатка, вижу. Прикинь, если это твой этот... Папик? Папик. Ну, вполне может быть. Так. А, тюрелька дурацкая. Дерется, блин. И ее можно намагнитить или что? Почему? Да нет, вроде. Не пойму. А, там разбить нужно кубиком. А, хорошо. Там стекло, да? Да. Понятно. Хорошо, а где мне кубик взять? Вот еще какая-то дверка, но я не думаю, что она откроется. Нет, ты отсюда стартовал, туда ходи, пошел. Вон он. А, нет. Собак. Угу. Как я оттуда стартовал, а не отсюда разве? Я вот отсюда. Ты сюда пришел сейчас. А в начале игры ты пошел вот сюда, это стартовая комната. Вот тут одна из стартовых. Ты здесь был уже. В смысле я здесь был? Но ее всю разнесли, каких-то реликв наставили. По-моему, это не та Нет? комната, но... Ну, похоже. Где кубик-то взять, ё-моё? Так, ну короче, ладно. Чтобы не терять времени, я думаю, тогда закончим серию. Я попробую сейчас искать кубик и начнем уже тогда. С того момента, как я пойму, что делать дальше. Окей. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. И увидимся. Всем пока. Всем пока.